Второй матч сегодняшнего игрового дня, сегодняшнего тура. МКБ у нас остался на площадке, была у них небольшая пауза после матча с Нарде. И вот он, новый соперник, команда MetLife. MetLife в белой форме, МКБ, соответственно, в красных цветах у нас сегодня играет. Команды ранее встречались. В прошлых сезонах и результаты, здесь успехи на стороне Московского кредитного банка. Две победы, 4-0 и 4-1, и ничья со счетом 1-1. Состав у Московского кредитного банка и костяк не меняется от матча к матчу. От сезона к сезону. Так что все те же лица сейчас играют, что и против Нарде. Ну и зачем менять победный состав? Если уж Нарде удалось крупно обыграть, то и MetLife по логике вещей должен быть повержен. Но это только на бумаге. И вот уже по первым секундам было видно, что у Московского кредитного банка не получится такой же легкой прогулки, как марш через оборонительные порядки Нарде. MetLife — команда, которая в принципе в каждом матче играет от обороны. Я думаю, что здесь тоже они не победную тактику, да, ну, такую довольно успешную тактику менять не будут. Много футболистов на скамейке у MetLife. Сегодня они привезли практически два состава. Лунин с мячом сейчас был. Интересно, почему Лунин в заявке указан как нападающий. В основном мы его видим рядом со своими воротами. Неплохой контроль мяча от Московского кредитного банка сейчас на паркете оказался игрок Банкиров, и с этой же точки мы увидим штрафной. Приличное расстояние до ворот, но отсюда тоже можно нанести удар. Ну, скорее всего, он и будет. Никто под передачу не открывался. Сейчас хорошо видно, сколько же человек у MetLife готово выйти на поле. Ну, МКБ столько футболистов в заявке на скамейке не нужно. Неплохо справляются с тем составом, который есть. МКБ отстал от своих соперников по дивизиону. Он в зоне досягаемости. Где-то возникнут на горизонте МТС. И Тиньков, если удастся в этом матче одержать победу. Так что встреча для МКБ принципиальная. Если проигрывают они сейчас или играют в ничью, то выбывают из борьбы за медали. Если одерживают победу, то ну уж за бронзу могут побороться.
остаются еще два больших тура. Подбор за Метлайф. Еще один удар по воротам. Но вот как только появляется возможность, МКБ стреляет. Около 6 минут сыграно в первом тайме. Продолжаем мы ждать забитые мячи. Лайфу еще сегодня играть с Нордеа и банком Тинькофф. Игра у нас разбивается, как говорил классик, на множество микроэпизодов. Неважно, держится мяч в поле, очень часто видны остановки в игре. Игра, наверное, которая больше устраивает MetLife. Игра, где судьбу матча и трех очков может решить один эпизод. Высокий прессинг Московского кредитного банка и неприятный момент у MetLife. Вот как только возникает целостность в игре, во владении мячом, сразу МКБ выглядит лучше и забирает инициативу. Ну, я сейчас простил игрока MetLife. Мне показалось, что опорная нога находилась в площадке. Нужно было отдавать мяч МКБ. Ну, может быть, это только мне показалось. Арбитр находился ближе. До свистка на перерыв остается около минуты. Неожиданный удар. И все-таки в первом тайме успевает МКБ выйти вперед. Негодует голкипер. Ну как же так, держались практически 10 минут и все-таки позволили удар нанести. Автором забитого мяча становится Борис Махоткин. Еще один момент у МКБ. Забирают они концовку тайма. И сирена. Небольшой перерыв. И продолжим смотреть футбол.
второй тайм. Еще 10 минут будут разбираться, кто сильнее, MetLife и Московский кредитный банк. МКБ пока впереди счет 1-0. И как быстро и рьяно начинают они второй тайм. Сразу пошли вперед всем составом. Четверка сейчас у чужой штрафной удар. И вратарь MetLife успокаивает товарищей по команде. У MetLife длинная скамейка запасных, и состав они ротируют, поэтому концовка встречи может остаться за ними. Главное при этом к концовке игры подойти с более-менее приемлемым счетом. Очередная атака МКБ. Тяжело позиционные атаки проводить, когда один лишний человек в поле, у своей команды и у чужой. Поэтому в конференции в основном мы видим такие атаки не позиционные, а скорее стихийные. Ввел мяч от ворот вратарь МКБ. Вадим Мельников защищает ворота. И вот ему привет его коллеге Виктора Жаркова. Он на воротах MetLife. Неплохо разыгран стандарт. Послышались даже одобрительные возгласы со стороны скамейки МКБ. Хорошая стеночка от MetLife. Вот первый у них голевой момент. Один удар, и здесь в перекладину даже мяч попал. MetLife сейчас максимально близки к тому, чтобы сравнять счет. Контратака МКБ. Вот пошла игра. MetLife сегодня еще против Нордеа предстоит принципиальнейший матч. Но, видимо, сейчас не думают они, что будет дальше. Сейчас какой момент. Обе команды уже забывают про оборону. MetLife нужно отыгрываться, а МКБ понимает, что им одного забитого мяча не хватит, и забивают они второй гол. Очень своевременно. И дубль у нас записывает на свой счет Борис Махоткин, а на
Алексея Уткина мы запишем голевую передачу. 5 минут еще есть у MetLife для того, чтобы отыграться. Лунин вводит мяч. Отличная стеночка у МКБ, и передачи пятками умудряются делать. Показывают, что совершенно не устали. Готовы играть еще 5, 10, 40 минут. А вратарь МКБ может не торопиться. Для его команды все складывается хорошо. Штрафной Московского кредитного банка. Фол. До ворот не так уж далеко. Можно ударить. Три человека в стенке. Ну, непривычно много. Нет, все-таки один уходит. И по центру мяч летел. Здесь крики и страдания от игрока MetLife. Будем надеяться, что все-таки обойдется без серьезной травмы. Thank you.
Продолжается игра, скамейка у MetLife длинная, так что есть кого выпустить. Матч продолжается. У MetLife все-таки еще остаются шансы, чтобы отыграться. Наверняка попробуют их использовать. Силы нужно MetLife оставить на следующие матчи, но... Зачем надеяться на дальнейшие успехи, если уже сейчас можно очки заработать? И снова сумбурная игра пошла. Вот в этом сумбуре... Шансов у MetLife особенно много. Они команда эпизода. Но с тайм-аут берет одна из команд. Так, продолжаем матч. Все, у MetLife больше не остается тайм-аутов. Нарушение МКБ. Вот MetLife-овцы. Взяли тайм-аут и сразу заставляют соперников валить. И вратарь у MetLife пошел в чужую штрафную. Его награждает мячом Лунин. Удар. Мяч у МКБ. Ворота пустые. И вездесущий Лунин. Очередная потеря. Идет ва-банк MetLife. А вот красных возвращаться нужно вратарю MetLife. Рановато он начал риф в чужую штрафную. Ну, как тут не похвалить MetLife за такое рвение? Если так проигрывать, то за поражение никто тебя не осудит. Проиграли, но бились до конца. Все забросы сейчас только вперед. И опять вратарь идет в атаку. Все, финальная сирена, победа МКБ.